В Нягане на снежный субботник вышли тысячи человек. Чиновники, депутаты, учителя взялись за лопаты, чтобы очистить центральную городскую площадь. Жители многоквартирных домов во дворах чистят игровые и спортивные площадки. Только за два субботника из города вывезено около 60 кубометров снега. Текущие дела решены, планы на будущее обозначены. Глава города, его заместители, руководители управления, ведущие специалисты взяли в руки лопаты, разбились на бригады. От снега нужно избавиться как можно скорее. Ежегодные субботники, потому что мы живем, так скажем, в Сибири. Каждую зиму выпадает огромное количество снега. В этом году снега было почти в два раза больше. Общий труд, он сплочает весь коллектив. Это раз. Второе, работа на свежем воздухе. Да, третье, немножко развеяться от работы. Но она никуда не денется, мы все равно сделаем. Идею городских властей проводить снежные субботники поддержали общественники, депутаты, молодежь, пенсионеры, да и просто неравнодушные к городским проблемам жители. На уборку сугробов вышли около 1000 человек. Добровольцы работают во всех районах города. Прибрали территорию, которая необходима была для того, чтобы удобно было по парку ходить. Убрали дорожки от снега, очистили проходы, где-то помогли прибрать там, где техника не может проехать, в таких местах тоже. Ну, нам всем приятно ходить уже по парку, сейчас весна. Много детей с колясками, родителей с колясками, детей. Всем как бы хотелось бы на чистых дорожках уже проводить время. Инвентарем обеспечены все, выделена спецтехника. Массовая уборка территорий проходит в Нягане второй раз. За это время из города вывезено 19 самосвалов, а это более 100 тонн снега. Подрядчики задействованы, управляющие компании, управление городского хозяйства, администрация города, общественные организации, все задействованы. До майских, они будут, да, до майских праздников, до 1 на 9 мая, все будет, да, до конца мая будет, да, все субботники. И в летний период тоже будут проводиться все субботники. Городские весенние субботники в Нягане стали традиционными. Из года в год город, избавляясь от снежных завалов, преображается, вешних вод становится меньше, риск затопления улиц и дворов значительно снижается. Татьяна Герт, Максим Куксаус, Вести, Югория, Нягань.